Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировский бизнес представили в Париже. Там прошел ряд встреч с представителями бизнес-кругов. Их организовали агентство стратегических инициатив, посольство России во Франции и МИДЕФ Интернациональ, объединение французских предпринимателей. Кировский губернатор представил потенциал региона возможным инвесторам. В частности, презентованы были предприятия агрохолдинга «Дарунича». Программа «Экономика». Суд продлил конкурсное производство в отношении «Принто Агро». Оно было открыто в октябре на полгода. С заявлением о банкротстве предприятия обратилась компания «Логистик». Тогда сообщалось, что активы должника составляют 41 миллион рублей, кредиторская задолженность – 103 миллиона, дебиторская – 31,5. Необходимость продления процедуры конкурсный управляющий обосновал тем, что до настоящего времени не завершены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности и продаже имущества. После введения конкурсного производства продолжили поступать требования кредиторов на несколько десятков миллионов рублей. Экономика на 101 FM. Кировчан приглашают на вебинары о финансовой грамотности. Кировская область участвует в цикле бесплатных вебинаров для повышения финансовой грамотности населения. Их организует Союз защиты прав потребителей финансовых услуг. Для участия необходимо перейти по ссылке video.ifru.ru. 12 мая на вебинаре речь пойдет о потребительских кредитах, 19 мая о том, как использовать материнский капитал с наибольшей эффективностью, ведущий кандидат экономических наук Михаил Беляев. Длятся лекции не более часа, материал излагается простым и понятным языком, отмечают в Министерстве финансов. Экономика. Завершение в валютах, они пошли в рост. Доллар стоит 66,63, евро 74,95. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.